Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 10 на странице 46 учебника математики для 3 класса автора Марун. Сравни произведения, не вычисляя их значения. Давайте посмотрим первое выражение 20 умножить на 3 умножить на 4. Второе 8 умножить на 44 умножить на 20. И третье 4 умножить на 3 умножить на 10. Давайте посмотрим, где у нас больше получится там, где больше множители. Самый большой множитель у нас во втором выражении. 8, 44, 20. Это будет наибольшее выражение. Затем у нас множители 3 и 4 одинаковы, но третий множитель 20, а в третьем выражении 10. Там, где 20, будет больше. Это у нас будет второе по значению выражения, и третье выражение будет иметь самое наименьшее значение. Итак, самое меньшее под цифрой 3, затем под цифрой 1 и самое большее под цифрой 2. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.